Всем привет! Хочу вам показать упражнение на выравнивание голоса в диапазоне развернутого трезвучия. Дело в том, что когда многие поют, то интонация развернутого трезвучия, октавы и вообще, в принципе, любая интонация, идущая вверх и вниз, бывает озвучена неправильно с точки зрения резонаторов и с точки зрения фразировки. Мы показываем, например, такое упражнение. Если заметили, я немножечко верхнюю нотку как бы позиционно приподняла, да, чтобы не показывать потолок голоса. Теперь на ха то же самое. Я не занизила нижнюю точку и слегка завысила верхнюю. Что хочу этим сказать? Когда мы поем интонацию развернутого трезвучия, к примеру, развернутого трезвучия, это может быть любая интонация, больше-меньше. В этом диапазоне нот нужно найти точку, в которой мы будем соединять все эти ноты. Что это значит? Это значит, что мы не можем петь нижнюю точку с позиции низа, верхнюю точку с позиции верха. Это будет очень рыхло звучать, то есть на-на-на-на-на-на-на, вот так вот, да, чтобы вот этого не было, я сейчас утрирую. Нам нужно найти точку соединения всех ноток, скорее всего, оно будет у вас между третьей и четвертой нотой, то есть первая, вторая, третья, четвертая. Между третьей и четвертой вот эта вот точка будет позицией, которая соединяет все четыре нотки. Это будет звучать так. То есть я их попыталась соединить чуть выше, чем нижняя точка. Понятно, надеюсь. Потому что если мы будем петь, еще раз повторюсь, нижнюю ноту как ха, то на этом наша песня закончится. Это будет звучать очень странно, да? Мы будем как будто вываливаться из низу и не будем доставать вверх. Вот, то есть я рекомендую брать с высокой точки нижнюю ноту, вторую, третью чуть-чуть как будто завышать ближе к четвертой и четвертую тянуть наверх. Тогда будет хорошо звучать с точки зрения и акустического распределения голоса, и с точки зрения фразировки. Еще раз показываю. Любой слог. Ма. Ма. Мэ. Мэ. Одинаково, то есть я не топлю нижнюю ноту, вторую, третью чуть-чуть поднимаю, и четвертая, естественно, идет с объемом наверх. Вот таким вот образом мы выстраиваем правильно сразу и звучание голоса, и интонацию, и фразировку.